Рассада лилейника гибридного алаква порадует потрясающей расцветкой цветов, их кремово-бежевые лепестки к середине становятся пурпурными. Края лепестков украшает такая же темная окантовка. В центре соцветия расположены желтые тычинки с черными головками. Этот сорт можно использовать для оформления берегов водоемов, заполнения цветников, создания ярких разноцветных композиций. Высота взрослого куста достигает 65 см. Растение отличается неприхотливостью и способностью адаптироваться к любым условиям. Цветение длится с июля до августа, осенью наступает повторно. Цветы источают приятный сладковатый аромат. Лилейник гибридный алагуа это травянистый высотой 60-65 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка бежево-пурпурная. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 22-27 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.